ключи другие у нас тут, потому что они отличаются давлением, отличаются такой сбитостью. То есть чем они сбитые, чем они дольше эксплуатируются, тем они становятся больше и такие менее чувствительные. А вот чем они новее, тем они чуть-чуть поменьше, более чувствительные такие, более резкие. И вот у нас чувствуется, что мячи другие. Я думаю, эти мячи могут нам помочь даже в каком-то моменте, потому что мы к ним больше привыкли. И на игре может это тоже сказаться. Сейчас такой серьезный матч. Нужно максимально держать концентрацию с первого мяча. И, мне кажется, вообще до последнего. Любит покуражиться. Может и в защите у них пойти хорошо, как вот бы в Сургуте было. Так что это надо все перетерпеть, если что. И до конца доигрывать, выигрывать. Здорово! Настрой перед Сургутом. Как? Спасибо, все хорошо. Спина отлично. Будешь ли завтра готов играть? Я не буду готов играть. Спасибо за интервью. Приходишь без настроения, там еще что-то уставший после еще одной работы, еще чего-то такого. Только одеваешь костюм, надеваешь эту голову, и все, тебе энергия распирает. Ты постоянно, просто ты поднимаешь руку, а человек уже улыбается. Это так классно, когда люди идут после работы, еще что-то, приходят на игру без настроения, ты к ним подходишь, у них улыбка до ушей, они все, начинают веселиться. Ну и дети, когда ребенок подбегает, видит тебя там, еще ребенка обнимаешь, все, он тоже заряжен. Ну что, парни, все видят, игры тяжелые, никто никому ничего не отдает, поэтому не ждем легкой игры, что нам будут подарки делать, Сургут, и не терять нечего. Но все в наших руках, парни, и все зависит только от нас. Выходим агрессивными, энергичными, заряженными, играем с головой, парни, и все вместе, парни! Хорош, потому что победили, прошли дальше, потому что такая нервная игра, рваная, и я думаю, болельщики тоже это чувствовали, поддерживали. Классная игра Мухаммеда, я думаю, сегодня так чуть-чуть дала нам уверенности в каких-то партиях. По сути говоря, можно посмотреть, что все партии закончились в концовках. Наверное, где-то опыт наш сыграл чуть-чуть, но в целом оценить сложно, Сургут классно играл.
играли на максимум, и у них много чего получалось. Видно, что они были посвободнее, полегче, а мы немного так зажатие, закрепощеннее. Ну и плей-офф, с другой стороны, все под каким-либо давлением, да, психологическим. Поэтому, думаю, хорошо, что прошли. Думаем дальше о серии, это как часть уже сезона. Понимаете, еще когда команда играет какие-то отборочные матчи, да, и тут вот все-таки, наверное, есть какая-то психологическая скованность, я бы ее так назвал, да. Попали мы в плей-офф, и здесь вот расслабились парни. Более-менее так они расслабились, они поняли, что можно где-то уже где-то рисковать, где-то можно уже брать на себя игру, не ждать, что соперник тебе отдаст что-то, да. Несмотря на счет 0-3, но посмотрите, каждая партия, да, очко в очко, и концовки где-то. Где-то нам не повезло, где-то соперник был сильнее, конечно, но парни достойно играли сегодня, молодцы, я их хочу отметить. Да, тяжелая, хорошая игра получилась. Никто не хотел проигрывать, называется. Че, Сургут хорошо сыграл, молодцы ребята. Сегодня более организованно, наверное, сыграл. Где-то, наверное, добавили на блоке, в атаке. Ну, у них сегодня, скажем так, больше получалось, чем у нас. Нам, ну, не хватило. У нас очень много молодых игроков, которые себя очень неплохо проявили. Я думаю, с должной работой над собой, думаю, в дальнейшем будут прибавлять и помогут Сургуту. Но это спорт, побеждает сильнейший, поэтому в этот раз мы, к сожалению, были слабее, чем Белгород. Ну, по другую сторону, там высококлассные мастера, мы их давно знаем. Павел Тетюхин, конечно, это все идет от отца, да, скажем так, все это видно. Стезя, которая пойдет, она все-таки, ну, Аль-Хаджидади, конечно, тут мастер высокого класса, где-то мы с ним не справились в плане физически, да, может быть, он здесь переиграл, где-то на опыте переиграл. Связующий игрок, который выдержал, да, он уже подходит к такому возрасту, что уже, наверное, скоро пора задумываться о чем-то, о другом, но выдерживает матчи, выдерживает этот уровень, молодец все-таки. Как раз таки, я думаю, тем самым, чем пытался обязательно Сургут, вот этой легкой, раскрепощенной игрой и где-то крутым куражом, я думаю, сейчас давление психологически как раз таки на стороне Новосибирска больше, потому что они нас два раза в регулярке, они принимают нас дома первые, то есть у них преимущество площадки, а нас ничего не должно держать, мы должны выйти, показать свою игру, и я уверен, даже по тем играм, которые мы играли с Локомотивом, мы способны одолеть их, способны показать и навязать свою игру, и показать, по крайней мере, красивую игру и очень напряженную. Стас, песня про тебя!
назад! Давай, давай, давай!